солнце классно светит. Клещи обычно в мае появляются. Придется осматривать себя. Ляхи точно на холодец. Вот. Привет, как сама, Сега, привет. Что за йога-то? Ну, йога. Комары, что ли? Да мошки какие-то летают дурацкие. Привет, Сереж, приветик. Что ты замужем? Больше верь. Ник, приветик. Так, сейчас. В чем здесь Донбасс? ВК написано, что она из Питера. А, ну понятно. Ау! Что здесь происходит? Вилд йога, ес. Ух ты, Аленка Фрайдер, приветик. Так, солнечная ванна. Это хромаки, да, ребят, это хромаки. Удачно позаниматься, спасибо. Ты типа пошел, да? Ты на улице, короче, что ли? Да прикинь, как бы, да. На улице. Привет, циркус, приветик. Что вы там, стримфест смотрите? Я же выше написал. А, я не увидела. Ты, короче, пошел, да? Окей, давай, Сват, удачи тебе. Да? Ага, я тоже смотрела еще, как вам.
не обрезается голова, если я так стою? Не обрезается там ничего? Что? Как закончить? Отпишитесь. Что? Лохан, привет. Типа она показывает, а мы гадаем. Да, играем в крокодила. Можно стримера развернуть куда? Что, надо это смотреть? Ну, если ты заходишь на стрим к стримеру, ты уже автоматически его смотришь. Если тебе не нравится, ты выходишь. Зачем об этом писать? А, к нам спиной, поняла. Типа доги стайл? Понятно, доги стайл. Сохрани стрим. Окей. Можете, кстати, за мной повторять. Угу. Кстати, классно, что сегодня суббота, потому что в пятницу обычно вот так вот буквально в метрах 20-30 люди ходят с работы. Собака морда вверх, собака морда вниз. Ваши любимые асаны. Сердце, приветик. Лучше бы спиной к нам. Так я ж боком все равно делаю. Птичек слышно, это классно. Давно начала? Ну, полчаса назад.